Это снова админ Латухи. Короче, нашел я приложение, называется вот как. Открываем. И приложение предательское. Оно меня не порадовало. Ну, во-первых, информация об устройстве. Ну, кому надо, на паузу нажмете, посмотрите. Так что очень прикольное приложение, позволяет многое узнать. Но чем оно меня не порадовало? Нет, сначала начнем наоборот с плюсов. Порадовало тем, что я протестировал экран, точнее сенсор, ничего нету плохого. То есть везде все работает, никаких люков. Напоминаю, у меня на этом Бёрде верхняя полоска экрана, она требует большего нажатия, чтобы срабатывало. Здесь этого нет. Так что на этом даже останавливаться не буду. А вот что меня не порадовало. Нигде не говорится, как у него с мультитачем. Спасибо этой программе мы поняли, что раз, до вас. Ну ладно, сейчас поверну аппарат. Вот, да? Раз, до вас. А третьего-то уже и нет. Только два касания. Так что мультитачик-то у нас такой. Это уже не мульти, а Dual Touch получается. Ну, а так вот то, что я про экран говорил. Что везде, где хочешь, все работает. Ну, а так вот, что мы видим в инженерном меню. То есть вот, где можно делать погромче. Нормальный режим. То есть убирайте он максимальный уровень для тех, кто мается, кому громкости не хватает. Только убирайте не микрофона, а спикера, вот, например, да, динамика для слушания, скажем так, и медиа, то есть это внешний второй динамик. И вот снизу параметр видим, вот его надо выбирать. Вот. Но с ними там надо колдовать, поэтому методом тыка на разных моделях немножко по-разному делается. Ну, фиг с ним. Суть в том, что это все делается здесь. Ну и можно в наушниках отдельно свою громкость сделать, ну и так далее. То есть это все настраивается именно здесь. Это у кого с GPS-ом беда. То есть вот здесь настраивается. Сначала удаляется, если есть root, один файлик хитрый. Потом вот эта фигня включается, и идем под небо. Туда, где есть спутники. Но у меня здесь, само собой, их фиг, а не спутники. Я внутри квартиры. Вот отсюда его можно пронастраивать. То есть без программы навигации подключиться к спутникам. FM-ресивер. Тоже можно протестировать, там настроить и так далее. Ну, короче, полезная штучка. Тут можно много чего сделать в этом инженерном меню. Но могу сказать одно. Если вы не знаете, что вы делаете, не лазайте. Телефон вы просто убьете. Убьете в хлам. Прежде чем здесь что-то тыркать, надо 100 раз подумать. Убедиться, что вы правильно понимаете английский язык там и так далее. Но инженерное меню от самого телефона, оно представляет из себя небольшое количество данных. Ну и те, кто часто смотрит мои видео, помнят, что у меня аккумулятор при тестах на этом старе 1277 утекал прямо на глазах. Так вот тут я смотрю, он все-таки так получше держит аккумулятор. Чувствуется все-таки разница в 500 мА. То есть реально разница есть. Что аккумулятор все-таки немножко получше. Ну и правда экран чуть-чуть поменьше. Вход в рекавери. Ну, рискну. Если что, передерну аккумулятор. А, нет, без рута он не хочет. Ну, ладно. Это я нажал на установленное приложение.
Ну, то есть советую всем приложение поставить. Если кто хочет глубоко разбираться в своем Android, он довольно-таки полезный. Если кто не хочет, то ни за что не советую. Потому что если вы что-то не то вот удалите, ему придет полный пипец. Напоминаю, это вторая часть обзора этого устройства. Это X-Play Advanced TV. Видео, чтобы нормально смотреть, придется вон MX-Player ставить, потому что родную половину файлов берет, половину не особо. Ну и что могу еще сказать? Вот игрушка, которая мне понравилась, но опять же, тем, что у нее можно было играть на моем телефоне наклонами, а здесь можно и клавиатурой, экраном. То есть вот так вот. Поэтому это спасение для этого телефона. Ну и с прорисовкой графики проблем нет. Скорость ему выше крыши. Хоть процессор одноядерный, но все-таки гигагерц. У меня на планшете, извините, гигагерц. У меня старенький. Новый покупать не собираюсь, у меня телефон его заменил. Так что, если кому-то нужен недорогой телефон, которому наплевать, что у него всего два касания, хотя, кстати, нифига нужно больше двух касаний, если подумать, ну и беда с датчиком, то довольно-таки хороший аппарат. Но опять же, если есть возможность купить Децл подороже, то можно купить и подороже. Например, мой Star из Китая заказать стоит чуть-чуть дешевле, чем вот этот аппарат купить здесь. Но, сами понимаете, из Китая он может прийти с очень большим опозданием, может быть прийти битый, нерабочий, и вам придется разбираться с его там заменой и ремонтом, еще чем-нибудь. То есть это как бы риск. А здесь вы зато берете в магазине с гарантией, и он уже проверен при вас. Ну, то есть вы можете сразу отсеять брак еще прямо в магазине. Так что все на любителя. Ладно. Skype видео держит. Все работает. Фотик. Где у нас фотик? Фотик Децл единственный медленный. Особо когда плохо с освещением, но видите, ловит фокус идеально. Но медленно. Star все-таки быстрее делает. Ну, может быть, два процессора. Ой, двухъядерный процессор спасает, не знаю. Аккумулятор в процентах сделать без рута опять не удается. Хотя на старе я нашел, что он даже в штатном варианте есть. То есть не надо ничего доставлять. Просто в меню настроек аккумулятора есть пунктик такой. Выводить информацию в процентах. Тут этого нет. Но в остальном все работает. А, вот, на клинометре. Можно будет показать, насколько он тупой. Видите? Немножко отклоняю, он не реагирует. 90 градусов, пожалуйста. Ой, извиняюсь. Случайно задел. Ладно. Так что датчик положения тут горизонтального режима вообще не имеет. Видите? Вот сейчас он должен был перейти в режим горизонт. То есть пузырик появится. Так делает у меня Star. Этот не делает. Но опять же повторюсь, это не для гаджет-маньяка телефон, а для его жены. Так что ей выше крыши этого аппарата. Особо учесть, что он очень шустренько тут все делает. Этой шустрости, по-моему, даже мой процессор может позавидовать. Точнее, процессор моего телефона. Почему, черт его знает. Разница с моим, то что у меня всего 4 ступени процессора, да? Тут их больше. Тут есть еще 166. И будем меняться. Ну, в общем, да, добавлена только одна частота, 166. Все остальное то же самое. Но опять же, без рута он пошлет. Он только все покажет, но ничего не включит. Ну, вот как тут работает антивирь. Я не знаю, есть ли смысл от антивиря, но одну вещь он делает четко. Если в программе есть SMS-шпион,
скажем так, ну, программа, которая за ваш счет отсылает смс-ки, ну, стоящие хороших денег, то их она отлавливает. А больше, в принципе, от нее ничего и не требуется. Вот как у нас выглядит офис. Бесплатный офис по работоспособности, такой же, как и тот, который платный. Только другой фирмы просто. Ну, так что все. Рабочие столы, само собой, сюда любые встают. Звонилка стандартная, кстати, не показал. Но громкость звонка, конечно, потрясает. Меня убило здесь это все. Я не ожидал, что здесь будет все такое. По звуку он мне нравится больше моего аппарата намного. Например, штатная мелодия есть, очень интересная. Например, вот. Громкость, опять же говорю, охрененная. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Так что аппарат непонятный. Для тех, кто не фанатеет электроникой, офигенный. Для маньяков, кому надо, чтобы все работало и этого работающего было побольше, но он, конечно, слабоват. Но экран, конечно, меня удивил. Потому что качество картинки не хуже, чем в моем этом. Китайская версия AMOLED экрана. Но у меня, правда, он, напоминаю, со всех сторон одинаково смотрится. Вот как бы старчик с ослабленной подсветкой. Видите, цвета никуда не деваются. Все как было. Но опять же, говорят, это только первая партия такая была. Потом пошли, говорят, с более дешевым экраном. Так что я рад, что его вовремя купил. Ну а так. Все, что знал, рассказал, как говорится. Если кому интересно, как он выглядит внутри, тоже могу, в принципе, показать. Сейчас только заблокирую, а то он сейчас поназалезает. Там, где у нас такая пыпка. Не знаю, насколько ее тут видно. Там есть место, где подковырнуть. Потом, как обычно, проходим по... Так, вырубись. Проходим по кругу. Блин, ногти отрезал. Надо же, повезло. О, вот какой у нас аккумулятор здоровенный. Ради чего, в принципе, этот аппарат я и брал. Ну и камера, он посредственная. Ну, то есть, для китаюза она типичная, обычная. Вот наша антенна спрятанная. Ну и, как я уже замечал, не один раз на всех больших китайских телефонах, ну, не на всех, на большинстве, почему-то нету места для бейджика. Исключение, конечно, в Катели. И за это уважаю. У них у большинства моделей есть ушко для бейджика. Здесь его нет. Корпус хороший, как уже говорили про Advance, обычный, без ТВ, что там ни хрена не скрипит, хрен его согнешь. Все, без люфтов, без скрипа, без ничего, корпус идеальный. Ну а что было в нем не очень хорошее, я вам уже рассказал. Ну ладно, всем пока, с вами был админ сайта Латуха.ру, жду на сайте.